Таисия Чучелина, «Белоснежные куропатки». Жили-были старик со старухой. В один из зимних дней решил старик пойти в лес и поставить ловушки. Куропатки туда-сюда стаями летают. Старик ловушки из конского волоса расставил в разных местах. Куропатки это заметили и спрашивают: «Что ты, старик, делаешь?» «Я ловушки ставлю, чтобы вас поймать». Куропатки рассмеялись и говорят: «Иди домой, старик, в доме все вымой, приберись, мы к тебе придем и будем жить у тебя. Только выгони свою старуху, кхы-квах-крах. Посмотри, какие мы белоснежные, красивые. Смотреть на нас любо-дорого, а твоя жена очень старая». После сказанного рассмеялись, голоса их переливались. Старик свои мысли в голове держит, думает: «Если придут, то я их в доме закрою, да всех переловлю. Сколько добуду мяса?» Вернулся старик домой. Ничего жене не сказал, прогнал старуху. Жена заплакала и пошла прочь, пошла в амбар жить. Старик дома все вымыл, прибрал. Пошел он звать куропаток: «Приходите ко мне, старуху я прогнал. Приходите, будем жить-поживать». Куропатки рассмеялись: «Старый ты, мужик, когда ты видывал, чтобы куропатки в доме жили? Мы целый день летаем и ищем пищу. А когда стемнеет, мы в снежные сугробы зарываемся. Там ночуем, а утром снова улетаем». Куропатки взлетели, и след простыл. Старик бежал, бежал за ними, так ни одной и не поймал. Они белые, на снегу их и не заметишь. Вернулся старик обратно. У ловушек сидят куропатки и смеются: «Кры-квах-квах! Старуху прогнал!» «Куропатки разве могут жить в доме? Разве можно выгонять жену из избы?» Взлетели они, взмахнули крыльями, поднялся сильный ветер. Старика замело снегом. Так он и замерз.